Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые педагоги и сотрудники нашей школы! Добрый день, мамы, папы, бабушки, дедушки! Добрый день всем, кто присутствует в нашем красивом, замечательном праздничном зале! С добрым утром! А это значит, что день был по-доброму начат. Да, и прожит по-доброму будет. Принесет всем удачу, успех. И сегодня вы не грустите, разрешите всех поздравить вас. Мы надеемся на то, что сегодня все встали с правой ноги, понимают юмор, шутку, ну и, конечно, набежавшую слезу тоже обязательно поймут. Мы рады, что сегодня вас так много, что круг друзей у нас широк, что вы оставили в дороге весь груз житейский без тревог. Все жизненные неурядицы и прозу прочую забот сегодня ведь на этом празднике выпускников звонок последний ждет. И кто главный герой на празднике нашем? Кого ждут все гости и все ученики? Кому же мы восторженно скажем? Добро пожаловать, выпускники! Вам открыть заветную страницу тем, кто много лет совсем не зря крепенько держал в руках синицу, но не забывал про журавля. Кто мечту свою копил годами и всегда трудился, чтоб сейчас умными, красивыми стояли 11-й А, выпускной гуманитарный класс. На сцене 11-й А класс и классный руководитель Людмила Ивановна Туганова. Аплодисменты! Глаз. Вот оно, новое время венье, наш выпускной, медицинский класс. Преобладает женское начало, но и коллектив-то и юношей в школе есть. Дел немало за плечами, ведома им коллективная честь. С ними работали специалисты, занимались медициной вековой. Девчонки красивые, а парни плечистые и, разумеется, все с головой. На сцене выпускной 11-й Б-класс и классный руководитель Лебедева Рада Вальтеровна. Под общий рокот ликования встречайте радостно сейчас, достойный общего внимания, наш бравый 11-й В-класс. Ребята, лидеры по праву, организаторы школьных дел. Веселье, праздник их удел. Да не в том, пожалуй, дело, а дело в том, что среди ребят нет ленивых неумелых. Что не личность, то талант. На сцене 11-й В, физико-математический класс и классный руководитель Калмакова Маргарита Николаевна. Аплодисменты! Разрешите мероприятие «Последний звонок 2016» считать открытым.
приказа о допуске к экзаменам на сцену приглашается директор школы номер 1 Вера Васильевна Мельникова. Добрый день, дорогие выпускники, уважаемые родители, милые педагоги и гости. Разрешите зачитать приказ о допуске к итоговой аттестации учащихся 11 классов. Приказ от 18 мая 2016 года за номером 177 по решению педагогического совета, протокол номер 6, допустить к итоговой аттестации за курс среднего общего образования учащихся 11 классов в составе 48 обучающихся, допустить всех 48. Ура! Аплодисменты! Дорогие ребята, это ваша маленькая и первая победа. Я вас поздравляю с тем, что каждый из вас за 11 лет показал свои знания и успешно пришли к итоговой аттестации. Дорогие ребята, сегодня в нашей школе замечательный праздник. Праздник последнего звонка. К нему мы долго шли, старались, но он почему-то немножко с грустинкой. По появлению в последнюю неделю в рекреации уходящего поезда и увозящего в светлую даль выпускников 11 В класса, по горящему сердцу в рекреации 11 Б и 11 А класса, а вчерашний день показал, что вы настолько любите свою школу, что вчерашний замечательный домашний день, вы у себя как дома были, мы влюбились в вас еще больше. Дорогие ребята, я вам желаю успехов и удачи на экзамене. И по традиции на наш замечательный праздник приходят наши близкие друзья. Вчера в администрации городского округа проходило награждение стипендиями главы администрации. А сегодня глава Владимир Семенович здесь. Он пришел поздравить вас и пожелать вам успехов. Пожалуйста, Владимир Семенович. Давайте я сразу букет вручу, чтобы руками махать можно было. Значит, я всех хочу еще раз поздравить от своего имени, от имени Александра Ивановича Романова, значит, вообще от всех. Значит, потому что на самом деле это вот такой знаменательный, очень светлый, хороший праздник. И надо, чтобы вы его запомнили на всю жизнь, как и все то, что вы приобрели в этой школе. Школа замечательная, она особенная. Мы об этом каждый раз говорим. И недаром вот первая школа в числе первых у нас становится в большую программу по реконструкции школ. Да? То есть вот мы в прошлом году завершили программу по детским дошкольным учреждениям. И с этого года в полную силу начинается программа по реконструкции школ. Ну, разговор этот идет давно. Но в этом году предусмотрены деньги, 200 миллионов рублей. Поэтому дело будет. И надеемся, что скоро ваши преемники и те уже, которые учатся в этой школе, они в не менее замечательном зале и хорошем будут отмечать такие праздники. Еще раз вас всех с праздником. Желаю всего хорошего, но а ребятам ни пуха, ни пера. Ну, что? Оробели. Напугались все-таки глава администрации города Верхняя Пышма. Дорогие ребята, ну а сегодня даже не знаю, как представить, наверное, контролеры, наблюдатели. А я скажу так, это добрые и верные наши помощники и друзья. Надежда Николаевна, я вас приглашаю на сцену. Ведущий специалист управления образования. Часто бывает в нашей школе. Главный наш друг. Добрый день, уважаемые выпускники, родители, педагоги. Все, кому сегодня интересно о выпускниках узнать много и посмотреть на них таких красивых и, надеюсь, успешных. Конечно, это праздник детей.
детей, которые через полшага станут взрослыми, которыми надо уже сегодня гордиться, для которых сегодня открыты все дороги, и которым надо много трудиться, чтобы поставить жирную точку в школьной жизни – это аттестат, это ЕГЭ, и правильно выбрать дорогу, по которой будет ли идти легко, уверенно, результативно, с добрым открытым сердцем. Именно эти дороги в плане профессии и жизненного самоопределения, я думаю, вас сегодня волнуют вместе с родителями. Так найдите хороший компромисс, найдите свою тропинку и широкую дорогу и будьте просто счастливы. И я еще хотела бы попросить минуточку внимания, потому что я сегодня хочу поздравить Веру Васильевну с этим, да, событием большим, и весь коллектив, и вручить от имени Управления образования благодарность за работу с молодыми педагогами. А еще хочется сказать огромное спасибо всему коллективу, то, что они такие сплоченные, то, что они такие молодцы, и то, что они результативно участвовали в конкурсах муниципального уровня. Я готова вручить почетную грамоту и приз учителю иностранного языка школы номер один за третье место в муниципальном конкурсе «Молодой педагог» 2016 года. Это Малых Илона Валерьевна. Ваш подарок? Да. Пусть мама выходит. Да, это вот ваша. И я в связи с этим очень рада, что вот есть такие династии. Посмотрите, ребята, выпускники, как хорошо в нашей школе, в вашей школе. И как хорошо, что выпускники школы сюда вернулись и такие хорошие результаты показывают на уровне нашего города. Успехов и удачи всем. Спасибо большое. Дорогие ребята, вас пришли поздравить наши шефы. 85 лет нашей дружбе, ровно столько лет, сколько нашей школе. На будущий год исполнится эта замечательная дата и юбилей. Я приглашаю на сцену представителей двух замечательных цехов. Цех электролиза меди Станислав Владимирович. Пожалуйста, на сцену. Алексей Горбунов. Дорогие выпускники, уважаемая Вера Васильевна, весь преподавательский состав, ну и, конечно, родители, которые тоже дождались этого дня окончания школы их детей. Мне бы хотелось, конечно, от души поздравить всех с этим праздником. Это очень такой важный день в вашей жизни. Перед вами сейчас открыты все дороги. Осталось чуть-чуть вам совсем это сдать. Последний этап пройти – это сдать ЕГЭ. Конечно, испытание не из простых. У меня в том году сын сдавал, я это на себе ощутил. В этой же школе закончил 11 класс. Поэтому надо вам еще немножко набраться мужества и пройти последнее испытание. Я вас поздравляю всех с этим днем торжественным. Ну и желаю вам, конечно, не забывать про предприятие, которое есть в нашем городе, это «Уралэлектромедь». И когда получите вы знания, приходите, все дороги перед вами открыты, все цехи вас ждут. Предприятие очень, скажем, такое серьезное в цветной металлургии. Я считаю, что вы должны все равняться, идти работать на наше предприятие родное. Васильевна, вот этот букет вам. Поздравляем вас и ваш весь педагогический состав. Хочу начать с родителей и педагогов, потому что для них это такой же праздник, как и для вас. Хоть они и отпускают вас, как родных детей, которые вышли во взрослую жизнь. Это как ребенка отдать замуж, наверное, да? Также отпускаешь с болью на душе какой-то. Вас я хочу поздравить с тем, что вы сделали этот первый шаг в своей жизни. У вас еще будет много-много. Вам всю жизнь придется учиться. Сначала вы закончите школу сейчас до конца, институты, колледжи, кто куда пойдет.
потом на рабочем месте. Также придется все время учиться, учиться и учиться, чтобы в конце концов стать настоящими мастерами своего дела. Я хочу пожелать каждому из вас, чтобы вы были самыми-самыми лучшими, самыми-самыми первыми во всем, как ваша школа номер один. Спасибо за добрые слова, благодарю вас. Дорогие ребята, а вы гордитесь тем, что вы 80-й выпуск из школы. Более 6000 выпускников выпущено. Этот год юбилейный, 80-й. С праздником вас, дорогие выпускники! Учиться время полным ходом. За собою нас зовет. Пролетели год за годом. Много дней уже. И вот... Наступает миг прощания. Миг итоговой черты. Миг душевного признания. Миг любви и доброты. Дорогие ребята, сегодня нам присваивается почетное звание «Выпускник». А помните? Вы все, конечно, помните первые каракули в тетрадке, детский шаловливый взгляд, как озоровали мы украдкой низенькие парты в строгий ряд. Как хочется пройтись по коридорам, услышать тихий шепот, детский гам, вспомнить наше детство золотое, когда так много было неизвестно нам. На сцене наши младшие друзья, первоклассники. Мы особые мальчишки, ваши младшие братишки. Вы уже большими стали, а когда-то много раз стать большими лишь мечтали, как мечтаем мы сейчас. Нам брались не сразу силы, были крошками сперва. И вас в ясли приносили, вы кричали «А-а-а-а!» Хоть еще совсем я крошка, вам завидую немножко. Вы закончили сейчас аж 11 класс. В этих стенах вы успели очень многое узнать. Мы желаем вам ответить все экзамены на 5. Напишите пятоклассники все события года, чтоб учитель просто ахнул и сказал вот это да. Мы собрались, чтобы пожелать выпускникам ума палаты, экзамен успешно сдать и получить все аттестаты. Браво! И выбрать дело по душе, шагать уверенно по жизни, учиться дальше, а потом... Отдай свой труд своей отчизне! Наш первый учитель, день за днем, идя по будням, у шумной стайки впереди, она не дает пролетным бурям по свету совесть размести. Среди невзгод и жизни зыбкой, под шум заливистых звонков, все будет доброй улыбкой встречать своих учеников. Слово предоставляется первым учителям, самым теплым, самым светлым, самым добрым. Вам уже представилась возможность вспомнить первые дни в начальной школе, а вы еще на миг представьте, 1 сентября, 11 лет назад. Это был очень радостный день. Сегодня тоже у вас праздничный день. Он запоминается, этот день надолго. И прощаясь сегодня с вами, вы отправляетесь в дальнюю светлую даль. Я хочу прочитать вам притчу, восточную мудрую притчу. Послушайте, она для вас. Задумал человек изменить мир к лучшему. Ух, мир так велик, а я такой маленький. Намерился человек изменить страну к лучшему. Эх, страна огромная, а я такой маленький. Решил человек изменить город к лучшему. Ох, город большой, а я такой маленький.
начал менять самого себя к лучшему. Ах, вздохнул, а мир-то прекрасен, велик, красив. И вы в этом мире прекрасны, красивы. Благополучия вам, успехов, удачи. Родители, я поздравляю от души с этим праздником. Желаю вам терпения, мудрости и большой любви к детям. С праздником! Вы нас узнали? Посмотрите! Стоят здесь первоклашки ваши, носили ранцы на большие, и помним все уроки наши. Мы вас с любовью вспоминаем, такой родной, такой знакомой, как мама вы к нам относились, и с вами были мы, как дома. Спасибо вам, земной поклон от всех выпускников примите, и так же, как и нас, любя, учеников своих учите. Цветы первым учителям. Сверкает яркими шарами такой знакомый школьный зал. И расстается детство с нами. Сегодня наш прощальный бал. Смотрите, какой все-таки большой и красивый наш земной шар. И каждому из нас здесь есть свое место. А сколько параллелей и меридианов? Сколько путей и дорог? А как найти свою дорогу? Правильно! Как не свернуть с верного пути? Как определить свой верный путь? А, я знаю! Навык и опыт можно посмотреть в прошлом. А новые идеи и технологии можно поискать в будущем. В космосе! И чего мы стоим на месте? Скорее полетели! Перед нами открыты все двери! В космос за мной! Добрый путь! Три, два, один! Поехали! Мы летим! Ура! А мы что стоим? Перемещение в прошлое начинается! Правилах русского языка.
проблему. Ну что ж, попробуйте. Вы только посмотрите, какие объявления развешаны. Ужасно. В нашем районе. Ужасно. Не могу смотреть. Запятые мы расставим, чтобы смысл изменить. И слова сюда добавим, чтобы мысль не подменить. Вспомогательные части здесь и вовсе не нужны. Устранить. Удивили, поразили, как быстро вы справились с этой задачей. Хорошие у вас были учителя. А нам, девочки, пора на уроки. Пойдемте. Вообще планета? Здесь вообще жить можно? Какая же она все-таки странная, а? А может, мы для начала осмотримся, как положено? Так. Здорово, дети! Эй, бродяги, очумелые салаги, вы откуда прилетели? Что у нас вы приглядели, а? Вас здороваться учили или вы всю жизнь грубили? Мы с известной всем земли, разрешить вопрос пришли. Ищем все мы светлый путь, заблудились здесь чуть-чуть. Мы плутяне, ушки-рожки, заплутали здесь немножко. Чёрт ты мелешь, рот закрой. Здесь у нас прекрасный строй. Что с планетой вашей стало и куда же все пропало? Пиосферу потеряли или вы ее продали? Заплутали, ну и что ж, мы земляне, мы поможем. Вы нашли неверный путь. Надо вам с него свернуть. Что ж тебе, какое дело, глянь, что бубен не влетело. Ты если лезь в чужой карман, лан малявки, я не вам. Вы стоянку оплатите и ходите, где хотите. Калькулятор мы возьмем и все счеты вмиг сведем. Считать вы устно не хотите? Да, конечно, сейчас немного посчитаем как-нибудь. 3, 15, 10 много, нам придется вас раздуть. Не знаю, не знаю, ни отдыха при лунном и солнечном свете. Мы делаем деньги из воздуха, чтобы пустить их на ветер. Понял? А вы в школу хоть ходили? Вас вообще считать учили? Школа фу, школа дно. Буквы, цифры, все равно.
Вы тут нас не поучайте и словами не цепляйте. Правильно считать, умножить, значит средства приумножить, значит жить в другой среде, а не в этой ерунде. Вы планету запустили, вы цветочки не взрастили, все, что можно, вы продали, все, кто мог, это сбежали. Путь ваш утопический, самый анархический. Если сложно, мы поможем, мы посадим, мы польем. Вы должны стараться тоже проявить себя трудом. Что за дивная вещица, жизни верная сестрица. Сей цветок нам души греет, все плохое вмиг развеет. Вы сердца нам растопили в этом батле, победили. Обещание вам дадим, мы планету возродим. Мы планету возродим. Возродим. Чоп. Планету возродим. Возродим. Что? Раунд. Чоп. Чоп. И. Раунд. Чоп. Чоп. И. Раунд. Раунд. Рассматривается дело номер 2016 особой важности и мирового масштаба. Истец Наполеон I Бонапарт, император французов, великий полководец и государственный деятель. Ответчик Александр I, император и самодержец всероссийский. Великий князь финляндский, царь польский, старший сын императора Павла I и Марии Федоровны. А куда мы попали? Похоже, это суд. Да, точно суд. Смотрите, это Наполеон I Бонапарт, который напал на Россию в 1812 году. А это Александр I. Он стал впервые проводить реформы по отмене крепостного права. А где же наши места? А мы будем присяжными заседателями. Сторона обвинения. Начинайте. И я считаю, что мое величество лучше и сделало больше, нежели противная сторона. Я Бонапарт, стремясь в Россию, решил двух зайцев застрелить, разрушив Александра силу. Бойкот английский завершить. К тому же я стратег, нехилый, подмял Европу под себя и с мощным войском вскоре двинул российский мир во всю губя. Оцепенелыми руками, схватив железный свой венец, я бездну вижу пред глазами, я гибну, гибну, мой конец. Достаточно. Ответчик желает высказаться? Разумеется. Я Александр. И так случилось, что пришел я к власти. Мне понравилось великою страной. Хотелось уберечь от бед и напастей, закрыть все раны, нанесенные войной. Грехи отмаливал я жизнью бродяги. За кровь отца мне надо заплатить. Переступлю любые передряги, чтоб совестью спокойной дальше жить. Ну что же, сложно, очень сложно. С одной стороны, вы злейшие враги, с другой, готовы примириться, так как осознали свои ошибки. Как же поступить?
женщина. Фемида. Ну что же, господа, присяжные, заседатели, вы согласны с нашим решением? Да-да, господин судья, мы согласны. Но у нас есть еще один неразрешенный вопрос. Где нам обрести свой светлый путь? Может, вы нам подскажете, где нам его найти? Светлый путь всего человечества только в мирном сосуществовании. Через расширяющиеся сопла. Сопла! Отделение первой ступени прошло успешно. Успешно! В общем, если очень захотеть, можно снова в космос полететь. Так чего же мы ждем? Скорее в путь! Быстрее! Поступила команда газы. Всем в районе срочно надеть противогазы. Oh.
враг, одурманил словно враг. Безопасности основы применить всегда готовы. Атмосферу обезвредим, обещаем, мы не бредим. В сумке девушки духи, нейтрализатором станут они. Брызнем раз, брызнем два, не кружится голова. Спасибо вам! Спасли вы нас! Просите, что хотите? Мы в поисках светлого пути. Подскажите, как нам его найти? Здесь вы это не найдете. В прошлом ведь вы не живете. В себя вы загляните и в настоящее вернетесь. Кажется, я все поняла! Девочки, нам нужно срочно возвращаться в настоящее! За мной! Девушки, стойте! У нас очень опасный район. Мы вас проводим. Каждый год в наш край
Спешит он со звонком последним май. Нас школа сделала умней, друзьями и душой богаче. Невзгоды мы делили с ней, и все успехи и удачи. Вы можете про нас теперь сказать: ах, молодость, другое поколение, у них другие шутки, мнения, и много еще вам предстоит узнать. Но все-таки одной цепи мы звенья, и этого единства не разъять. Не может быть малейшего сомнения, одних учителей мы будем вспоминать. У нас в душе частица их души, и доброты присутствует незримо. Своим мы детям будем объяснять, что школа и любовь неразделимы. Мы скажем сейчас о самом родном и близком для нас человеке. С ней школа была уютной, как дом. Вы мамой почти для нас стали навеки. На сцену приглашаются наши любимые классные руководители.
вечер мы судили и любили, чей глаз лучше и решение не нашли. Эти мы ушли домой. Всем понятно, пой, не пой. Ведь для каждой лучший глаз, конечно, свой. Класс! От классных дам, от души вам пожелаем, чтоб все было пам-пам-пам. Вспоминали мы и всех благодарили. Не иссякал горячих чувств поток. Но все же, что-то мы сегодня упустили. А значит, рано подводить итог. Мы от всей души хотим поблагодарить всех-всех, кто работает в нашей любимой школе. Всех тех, кто вместе с нами прошел этот нелегкий 11-летний путь. На сцене хор мальчиков-одуванчиков, девочек-припевочек, встречайте высший класс! Высший класс, скажем про музейный раз. Слёты, фестивали, 8 книг издали. Выезд, поезд, пост один, я российский гражданин. Высший класс, бухгалтерия у нас. Юлия, Наташа, щитоводы наши. Педагогов не подставят, без зарплаты не оставят. Высший класс, все технички у нас. Чисто и уютно, воздух в школе чудный. Знаем, быть вам очень трудно, благодарность вам приюна. Высший класс, библиотека у нас. Много книг толковых, умных и веселых. Призываю всех, читайте, кругозор свой развивайте. Высший класс, скажем всем боксерам раз. На посту порядок, все журналы в ряду. И найдете по деряшкам и кроссовки, и рубашки. Высший класс, доктор школьная у нас. Заболел, услышит, справочку напишет. В поликлинику пошлет, медосмотр проведет. Высший класс, школьный секретарь у нас. У директора она, словно главная струна. И отчет, и документ в нужный сделает момент. Спасибо вам, спасибо, вся школьная семья. И
вас мы не забудем, мы верные друзья. Желаем вам здоровья и счастья и добра. Вам кланяемся низко и прокричим ура! Цветы и подарки любимым учителям и всем сотрудникам нашей школы. Как ливень с утра, и расставаться настала пора. Вот и пришел у нас последний урок. Но подожди еще, милый звонок. Все может в жизни забыться, как старая лента кино. Только однажды, как птица, прямо к тебе постучится школьная песня в окно. Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам. Утром звезды гаснут без следа. Только школа остается с человеком. Школа верный друг твой навсегда. Через годы, через расстояния, на любой дороге в стороне любой, даже если скажешь до свидания, школа не прощается с тобой. Сколько вместе мы тропинок пошагали, сколько будет впереди пузей. Только школу никогда не забывайте и своих родных учителей. Через годы, через расстояния, на любой дороге в стороне до свидания, школа не прощается с тобой. В любви холод, дружба школьная согреет. В жаркий полдень будет как вода. На прощанье говорим мы до свидания. Мы не расстаемся навсегда. Через горы, через расстояния, на любой дороге в стороне любой, даже если скажешь до свидания, прощается с тобой. Через годы, через расстояния, на любой дороге в стороне любой, даже если скажешь до свидания, школа не прощается с тобой. Даже если скажешь до свидания,
прощаются с тобой. Даже если скажешь до свидания, школа не прощается с тобой. Вчера и сегодня, и завтра, и после, покуда живется, до синего неба, до самого солнца, до цели заветной, всегда неизменно, куда неизвестно, покуда плывется, плывите, живите. А мы вам желаем счастливой дороги, попутного ветра. И пусть вас почаще обходят ненастья, и бури жалеют, и пусть ваши крылья все выше взлетают, все ярче белеют. Мы свиделись с вами на миг, на изломе столетий. Вам завтра самим открывать этой жизни секреты. Мы были чужими, а стали друзьями попутного ветра. И пусть разделяет нас время и даже различная вера, но где-то в тумане, в той дымке, где с небом сливается море, быть может, однажды, дождавшись попутного ветра, по жизни законам, по вечным законам, мы встретимся снова. Мы свидимся вскоре, мы встретимся с вами. Летите! Живите счастливой дороги попутного ветра!